Всем привет, с вами Тимон, Digital World и игра Resident Evil Revelations 2, режим Raid. Сейчас мы с вами возьмем, давайте сначала посмотрим магазин, моя привычка просто. Так, и ничего у нас здесь хорошего нет. Хотя... Это все я сделаю потом, я уже пробежал сегодня режим рейд пару раз. Но сейчас, как я и обещал, мы побежим его не за медведя-маньяка. Ни в коем случае. А за медведицу-маньяка. Я же вам обещал это. Да. Так, какие-то навыки у нас? Конечно же нет. Зачем нам навыки? Сейчас мы, конечно же, апнемся тут. Я пошел бы сейчас основную миссию, но у меня там есть еще миссия дня, по-моему, если не ошибаюсь. И проходили мы какую? Я не помню, какую мы проходили. Проходили, по-моему, первую. Так. Так что мы выполним сейчас миссию дня для начала. Посмотрим, что не установлено. Да, конечно. Мы с вами, чуваки, зачетные, поэтому... Поэтому пойдем чисто с катаной, как обычно. А на восьмом, наверное, возьмем пистолет. Будем ходить с пистолетом и катаной. Нахрена нам мамка, нахрена нам калаш? Правильно? Ёб твою мать. Вот вообще не карта. Воу. Твою мать. Возможно, нам даже придется лечиться. Лежать. Так, уработали. Я обычно проходил эту карту с огнестрелом, потому что там есть бочки, это полезно. Но сейчас мы будем урабатывать просто так. Чтоб не мешало. Порубать всех. Вот, сложность пошла. Вся сложность именно в этих ребятах. Будем так пушаться. Хотя с катаной это вроде не так сложно. Даже быстрее, чем с огнестрелом, ребята. Это вообще шикарно. Сейчас просто всех размотаем, всех уработаем. Да, шокером нас бабахнуло, это неприятно. Хотя мы, в принципе, с вами плюшевые, что нам бояться-то? Ну, подходи.
Я жду тебя. Млая моя. Так, мины понаставил, да? Ну ладно. Ну, ходите. Кто там где? А, здравствуй, родной. Его уработаем, чё нет-то? Слушайте, реально, я унаследую эту катану просто на катаны всем своим персонажам. Ну, в смысле, наследуется-то в любом случае всем, но я, в смысле, всем, скорее всего, поставлю. Ой, как у нас печально. Перебинтуем нашего медведя. Я слышу тебя, зараза. Выходи на бой, ратный. Ща. О, здравствуй, родной. Опять, чтобы не мешалось, сломаем. Чёртов интернет затупил не вовремя. Подлагивать начинает. Ну ладно. Я думаю, мы это с вами перетерпим. Давай, иди сюда. Ну, подходи. Со щитами там, со своими. Читер грёбаный. Там что-то взорвалось? Ну да ладно. Если что, я не при делах. Твою мать. Так, мужик, давай мы как-то с тобой... попозже поговорим. Вот серьезно. По-моему, мне придется резаться просто. Твою мать, это было жутко. Это было очень жутко, ребята. Я хочу просто это взрывающий херабат положить в последнюю очередь. Она мне добра не принесет просто. Я не вижу ни хрена из этой головы. Почему ты не можешь превращаться во что-то толковое? Было бы лучше, на самом деле, если бы шифр превращался в любого персонажа, который у вас имеется, например, в режиме рейд. Вот это было бы круто. Ой. Неловкая ситуация.
Это просто дикий хард. Ой, там что-то взорвалось, да? Ну ладненько. Так, есть у нас еще кто-то или только огненный остался? По-моему, у нас есть кто-то еще. Леопольд! Выходи, подлый трус! Вот хоть усритесь, не хочу с этим огненным встречаться. В рукопашном бою. Ёб твою мать. Большой бадабум. Твою мать, это реально маньячно и страшно. Ах ты ж, блин, япона мать. Залажал. Ну ладно. Хотел просто всех перебить. Ну да ладно. У всех бывают шлаки. Да охренеть. Да охренеть, я сейчас поднимусь. Да вообще теперь качок. Нам теперь, в принципе, и вторую миссию можно идти. Ну, как бы нам и так можно было ее идти, а я просто... Ленивая зопа. Так, нет, пожалуй, я выключу. Ветродуй свой включил сейчас. Забыл, как называется. Не ветродуй, а этот. Пропеллер. Да, медведь укомплектованный. Давайте посмотрим. Есть... Да, кстати, я уже одну... Забабахал. Вешч. Буду снабжать потихонечку. Но не сейчас. Я буду прокачивать вот это. Ё-моё, нифига себе требования. Ну ладно. Это, конечно, круто. Но дорого. Так. Нам нужен 8-й для огнестрела. Ну, пока, в принципе, и так живем. Нам хватает. Купить. 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 Так. Да, на сайте у меня один предмет, я помню, я никак все время не могу уловить, чтобы его забрать. Давайте пройдем еще миссию 02, и я думаю, на сегодня нам вполне с вами хватит. Мы с вами и так сегодня неплохо взяли. А дальше я, наверное, с самим шифром буду играть. Потому что, ну, реально, это голова, она с ушами, она закрывает очень обзоры, и это дико неудобно.
Только не говорите мне, что это именно та миссия. Я охерею с вас. Просто если это миссия с блохой, с блохами, да мне ж трындец. Ружо какое-то. Ну, слава богу, эта миссия не с плохой. Вы сейчас все у меня гребете по щам. Никого не пожалею. Твою. Что ж вас так много-то, а? Просто можно так двигаться и не париться. Ты маньячка, я маньяк. Ты медведь, я медведица, да? Или как там? Будет-то. Ну ничего, ничего, мы всех порежем. Всех покрошим. Посмотрите, просто, я не знаю. Беспредельщик. Просто медведь. Даже это даже не маньяк, это тупо беспредельщик. Готов. Интересно, за сколько минут мы это пройдем? Так уработать это... Ай-яй-яй просто. Да где вы все? Упс. Простите за Steam, опять забыл выключить. Охренеть уже, 22 из 39. Вообще не дал шансов. Это... Ну, блин. Это уже... Скажите... Как? Симулятор маньяка у нас какой-то получается. Ну, по крайней мере, нам не надо тратить время на тоже вскрытие, ну, ломание ящиков для патронов. Это нам тоже дико время сокращает. Это хорошо, на самом деле. На, фрыло. На, по... Нет, не на. Ну ладно. Я хотел позвоночником зарядить, но не получилось, ладно. Да где вы там все? Сюда иди, сюда. Охренеть. Если в основной кампании сюжетной
можно было бы ходить с катаной, я бы достижение перебить 100 врагов ножом выполнил бы на раз-два просто. На, подходи, кто смелый? Охренеть просто. Я плюшевый мишка, давай, подходи. Я просто плюшевый медведь. На. Да задолбали. Ждать вас еще. Нахрен надо. Раньше ждал с огнестрелом, когда был. А, сейчас у меня катана. Рашим. Где ж ты, скотина? Спрятаться захотел. Не получится, не получится. Так, где там у нас? Вообще в обратную сторону, а я заблудился. Ну ладно. Вот так вот это делается, ребят. Не нужен вам никакой огнестрел, когда качаетесь в рейде. Просто берете катану и пилите всех подряд. Ну, во всех миссиях это, конечно, не прокатит, допустим. С блохой, с этой там, не проканает, невидимая. Медальон за зачистку, да. Садка страф, ну, мне, в принципе, медальоны не особо сейчас нужны, потому что... Чё, я уже все прошел это дело. Не, ну давайте хотя бы посмотрим, что у нас там выпало-то. 6 минут 39 секунд, ребят, всего лишь. Я с огнестрелом проходил дольше, на самом деле, там. Минут за 8, что ли, если не ошибаюсь, где-то так. Вскидку. 7-8 минут. С огнестрелом. А тут с катаной за 6.39. Это охренеть. Ну ладно, я понимаю, что у меня, наверное, обзоры на рейд получаются не очень круто. Это я не поспорю. А вот, ребят, в компанию, вот, смотрите, там покруче, наверное, все-таки будет. Ну, лично мое мнение и мнение моих друзей, которые меня смотрят. Вот. Ну, блин, ну, четвертое, ну, хрен с ним. Вау. Вау. УЗИ четвертого левела, вы посмотрите. Ох ты, как круто. Ого, калаш пятого, я о нем так мечтал. Если кто не понял, это сарказм. Не, ну, мало ли. Так, оружие, давайте. Не, это продавать мы не будем. Вот это продадим. Нахрен нам нужно. Не нужен нам вас, ваш УЗИ, не нужен. Так. Где? Где? А, вот ружо. Да, 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 я идиот, который носит два дробовика. Можно этого не говорить, в принципе. Ну, можете это написать в комментариях, конечно, если хотите, но... Мне лично нужны оба. Очень полезно, на самом деле. Ну и как всегда... Не, погодите. Так. Сколько там надо? А, 11. Да вы охренели там. Это мне вообще нахрен не нужно. Здесь, по крайней мере. У меня все равно гранат нет. Какая разница-то? Не, ну они как бы появятся в будущем, наверное. Не, по гранатам ты чё? Самый тащерный-то кто? Давайте разглядим моего персонажа подробно. Так. Понятно. Гомно. По гранатам. Так. Ты, может, по гранатам? Я просто не помню, а кого-то дико под гранаты точил. Вот только не помню, кого. Вот в чем проблема. Не, ну точно не Мойру.
Джину, может быть. Да, взрыв гранату делал. 13-й, да. Это самое большое, что у меня есть из гранат. А из самого мощного у меня базука. Да, можно похвастаться. Можно, конечно, еще поставить, но... Как бы не горю сильно желанием, потому что хочу ее прокачать. А как видите, улучшить ее только до 9-го, это 23 очка. Поэтому я, в принципе, пока оставляю. А потом, когда всем наследую, буду прокачивать что-нибудь другое. Потому что вещь на самом деле зачетная. Стоит своих очков. Почему 8? Почему не 2? А вообще 15? Вы там охренели, что ли? Ну ладно. Так. В общем, чё, я, наверное, думаю, вот этот вот выбор персонажей был никому не интересен. Блин, не этого персонажа. Этого персонажа мы еще встретим. Ребят. Ребята и девчата. В игре Resident Evil Revelations. Когда-нибудь я ее пройду. Да. Я как настоящий русский человек сначала прохожу Resident Evil Revelations 2. Потом прохожу Resident Evil 6. Потом пройду, не знаю, наверное, пятую часть. А потом уже Resident Evil Revelations. А на этом, в принципе, все. Мой рейд закончен. Мойрой. Потому что самый эпичный персонаж лично для меня. Мойра Бёртон. Мойра Фриман. В принципе, сказал, по-моему, все. С вами был Тимон. Увидимся на каналах. Всем удачи. Всем пока.